где моя пустышка, пустышка, пустышка? А где моя пустышка? Быть может, вот тут. Вдруг под ковром или в ящике этом. Когда ее найду, я буду счастлив, друзья. Эй, младший братик, что ты ищешь? Мою пустышку. А, поняла. Ты уже искал в своей комнате? Да. Думаю, стоит поискать на кухне. Ищу пустышку Саши, пустышку, пустышку. Куда она пропала, хочу я понять. Шкафчик открою, ящик открою. И на полу посмотрю, но тут ее нет. Ребята, что вы ищете? Привет, мы ищем пустышку малыша Саши. О, пустышка, нам надо посмотреть в игровой комнате. О, какой беспорядок! Давай приберемся, пока ищем. Да, за дело! Все ищем мы пустышку, пустышку для Саши. Но такой тут беспорядок, прибраться хотим. Много машинок, игрушек, пластилина. Навели порядок, но пустышки тут нет. Эй, ребята, что вы ищете? Мы ищем пустышку малыша Саши. Да, она пропала, и мы не можем ее найти. Она исчезла. Надо поискать в гостиной. Пойдем. Все ищем мы пустышку, пустышку для Саши. Ее нет под подушкой, но где же она? И в книгах поищем, везде мы посмотрим. И маленький мышонок не сможет найти. Эй, что же вы там ищете? Привет, милая. Мы ищем пустышку малыша Саши. Стоит поискать в гараже. Да, пустышка в гараже. Пойдем. Все ищем мы пустышку, пустышку для Саши. Посмотрим в коробках, а вдруг она тут. А? В красной коробке, в желтой коробке. Везде ее поищем, даже в тех, что наверху. Ну, в гараже ее точно нет. И мы уже искали по всему дому. Как странно, где она может быть? Я знаю, мы еще не искали во дворе. Да, во дворе. Ты права, Даша, пойдем. Все ищем мы пустышку, пустышку для Саши. В саду теперь посмотрим, где же она. Смотрите, здесь ямка, пустышка была тут. Бинго ее спрятал, но смогли мы найти. Это самолет, малыш Саша. Мы нашли все кусочки. Мы карате тут займемся. За дело быстро возьмемся. Учиться будем приемом. И будет весело, конечно, нам. Удар, удар, удар. Ха-хи-я! Удар, удар, удар. Ха-хи-я! И тренировки дадут результат. Отлично, ребята! Да! Запомните, карате делает вас сильными и здоровыми. Мы карате тут займемся. Здоровье, сила придут к вам. Мы карате тут займемся. Все верно, повторяйте за мной. Ты карате изучаешь. Полезно это, ты знаешь. Все верно, повторяйте за мной.
Ху. Нижний блок. Ха-ха-ха. Нижний блок. Ха-ха-ха. Потренируйся, малыш, со мной. Ух ты, отлично! Запомните, эта комната называется дадзё. И мы стоим на... На мате! Все верно! Ты карате изучаешь. Полезно это ты знаешь. Ты карате изучаешь. Все можешь делать совсем как я. Ты все теперь понимаешь. Да все приемы ты знаешь. Ты все сумеешь, поверь в себя. Вот удар. Ха-хей-я. Вот удар. Ха-хей-я. Потренируйся, малыш, со мной. Очень хорошо, класс! Да! Все получат черный пояс очень скоро! Ты карате изучаешь. Полезно это ты знаешь. Ты карате изучаешь. Все можешь делать совсем как я. Приемы вместе покажем. Сейчас родителям нашим. Лишь повторяйте сейчас за мной. Удар локтем. Ха-ха-я. Удар локтем. Ха-ха-я. Все можешь делать совсем как я. Очень хорошо, ребята. Отлично, милый. Миша, смотри, я лучший итальянский повар и готовлю самые вкусные макароны. А я буду лучшим французским поваром в мире. Мама тоже готовит. О, привет, милая. Мама, положи мне сюда макарон, пожалуйста. Ну, хорошо, милая. Пожалуйста. Спасибо. Ух ты! Чем вы заняты? Мы играем в поваров! Хочешь тоже поиграть, малыш Саша? Милый наш малыш, за столом сидишь. Будем вместе мы тебе кушать помогать. Научить манерам мы тебя хотим. Мы расскажем, как себя нам следует вести. Это вилка. Вилка едят макароны и держит ее вот так. Ты испачкался, но грустить нельзя. Рот салфеткой, так и знай, смело вытирай. И теперь ты точно будешь это знать, что салфеткой так легко ротик вытирать. Суп. Ложки нам нужны. Правильно ее держать поможем брату мы. Чавкать нам нельзя, когда мы едим. Ведь смущать всех за столом мы точно не хотим. Нет, малыш Саша, не надо жевать с открытым ртом. Если ты жуешь, ротик свой закрой. И всегда ты за столом будь вежливым, друг мой. Слюни не пускай, аккуратно ешь. Это неприятно, не оправдывать надежд. Видишь ты, кусок такой большой, то его скорей порежь, мой совет простой. И доесть тогда ты можешь все легко. Вилочку ты не забудь ее держать.
у меня есть настоящее мороженое. Хотите? Ням-ням! Конфетки! Ты не бойся, я с тобой. Он вылечит легко зуб бедный твой. Ты готов, малыш? Готов. Мы приехали, Миша. Привет. Как дела, Миша? Тут быстро вылечат зубик твой. Не грусти, доктор знает, как тебя спасти. Да! Ой, как больно! Здравствуй, я зубной врач, мой милый друг. Нам совсем не нужен твой испуг. Станет веселее в детском кресле тебе. Любят его дети, поверь ты мне. Садись поскорей, включаю свет. Открываем рот, страха нет. Очень хорошо, что ты здоров и не боишься докторов. Ты готов, малыш? Посмотрю я зубы. Чак, мы боли там нашли. Открывайте ротик широко. Вылечу я зубик твой так легко. Я очень счастлив, боль прошла. Сегодня хороши мои дела. Доктор сразу другом стал моим. И я теперь непобедим. О, какие у вас белоснежные улыбки! Скажем дружно мы, зубной наш друг. И пусть об этом знают все вокруг. Радостью сегодня мы полны. И улыбаться любим мы. Скажем дружно мы, зубной наш друг. И пусть об этом знают все вокруг. Радостью сегодня. Сегодня необычный день, мы к доктору поедем. Он о здоровье на вопрос любой нам ответит. Милый мой, не бойся ты, он добрый, знаю я. Ушки, глазки проверять, к нему ходят смело дети. Поздороваться сейчас с доктором ты сможешь. Садись удобно, ведь с тобой он будет осторожен. Посмотрит ушки, нос и рот, проверит глазки он.
И даже сердце как стучит, послушает он тоже. Доктор взял свой стетоскоп, ты только посмотри, и услышит сердце стук, он нам поможет. Проверил доктор, ты здоров, выловить не страшно, не бояться докторов, это очень важно. Сегодня необычный день, у доктора мы были, и на вопросы все теперь ответы получили. Не боялся наш малыш, храбрым был всегда. Подарок дать ему звезду, конечно, мы не забыли. Мама за рулем, прояви, пожалуйста, хорошие манеры. Подожди чуть-чуть, малыш, а грустить не надо. И помочь тебе, конечно, мама будет рада. Сейчас весело играть. Поделись с друзьями ты, чтобы не скучать. Ведь делиться хорошо, стань для всех примером. Это значит, у тебя хорошие манеры. Нет, не уплывай! Не уплывай! Этот знак не просто так. Посмотри скорее. Скоро будешь много знать и станешь ты мудрее. Позаботься о друзьях, будет им приятно. Знай, что мир и доброта нужны нам всем всегда. Мама, папа! Секунду, милый. Мама, мама! Милый, ты можешь подождать немного? Слышим мы, малыш, тебя, ты просто подожди. Сможешь ты мне показать хорошие манеры. Ждать, конечно, нелегко, но ты это сможешь. И наступит вновь покой, все счастливы теперь. О, малыш, можешь передать мне эту шляпу? Нет, нет, малыш Саша не хочет. А если кто-то попросил вдруг вас об одолжении, будешь вежливым, тогда проявишь уважение. Ты не мог бы нам помочь, стань хорошим братом. Будет счастлива сестра, и большего не надо. И это все. Спасибо. Малыш голоден. Ням-ням, пожалуйста. Тише, тише, тише. Oh.
Мы сидим все за столом, стань для всех примером. Прояви, пожалуйста, хорошие манеры. В руки вилочку возьми, чавкать тут нельзя. И салфеткой дружно мы вытираем ротик. Замечательно, малыш Саша. Это хорошие манеры. Ух ты! Да!